меня внутри есть свой собственный храм. Но похож он скорее на огромный замок. Я всегда там прячусь, если мне страшно или плохо. Когда мне было 11 лет, умер мой папа. Я помню этот день. Я сидела одна в темноте в своей комнате. Душа моя блуждала по темному замку. Мне было очень тоскливо и одиноко. А потом я услышала голос отца. И стало так тепло и светло, потому что он включил свет и обнял меня. Меня зовут Реводенко Евгения, мне 22 года, я актриса театра и кино. Проживаю в городе Москва, на данный момент работаю в молодом театре студии, а также участвую в антрепризе с такими мэтрами, как Никоненко Сергей Петрович, Назарова Александра Ивановна. Мое хобби, как ни банально это прозвучит, но я очень люблю смотреть фильмы и читать книги. Все зависит от настроения. Размер одежды 30... Не то сказала. Размер одежды 44-46, размер обуви 37-38, рост 165 сантиметров. Благодарю за внимание.